Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы знаете, что у меня проблема с плечевыми суставами. И я готовлю для вас целую серию видеороликов о том, как укрепить ротаторную манжету плеча, как укрепить вообще сам сустав, и о том, какие упражнения необходимо делать для стабилизации сустава, для стабилизации лопатки и для стабилизации тазового. Раз, два, три. И для стабилизации таза. Как нужно будет прорабатывать все это, какими упражнениями. Мы будем работать и с гантелями, будем работать и в кроссовере. Но самое главное, мы будем работать с собственным весом и как это принято в общей практике реабилитации, с резиновыми жгутами. Да, резиновые жгуты – самое лучшее, что может быть для ваших суставов, для ваших связок. Именно с помощью резиновых жгутов и происходит реабилитация после травм. И также необходимо укреплять маленькие мышцы-стабилизаторы для того, чтобы улучшался силовой показатель в жимовых упражнениях и в тех же тягах, но в жимах больше. И вы сами убедитесь, особенно те, у кого уже давно встал результат в жиме лежа, в жиме стоя, убедитесь, насколько качественным будет материал и насколько быстро вы начнете снова прогрессировать. Это ни в коем случае не работа в тренажерах и ни в коем случае не работа во всеми любимой машине Смита. Вы знаете, что девушкам вообще как огня нужно избегать приседаний в машине Смита. И вообще тренажеры так воздействуют на организм, на мышцы, что мышцы-стабилизаторы отключаются. Именно поэтому нет никакой нужды человеку, желающему развиваться функционально, чтобы его тело двигалось функционально, работало функционально, заниматься в тренажерах. Именно поэтому я постоянно рекомендую всем своим ученикам как можно больше времени проводить со свободными весами. Штанга, гантели, турник, брусья. В принципе, это все, что нам нужно для того, чтобы полноценно и грамотно развиваться. Не пропустите ролики, обязательно делитесь ими в своих соцсетях и следуйте всему тому, чему я буду вас учить. А я буду делиться с вами опытом. Опытом не своим, а лучших реабилитологов, работающих с лучшими спортсменами из разных видов спорта. Это не только бодибилдинг, это, как вы знаете, в первую очередь в Америке американский футбол, баскетбол, гольф и так далее, и так далее. Пишите ваши комментарии, ваши вопросы. Вы знаете, я на все всегда отвечаю. Приобретайте мои книги. Скоро выйдет большая книга, очень мощная книга по женскому тренингу, по женскому питанию, через призму менструального цикла, инсулина, все как положено. Это большой объемный труд, который позволит вам грамотно тренироваться и тренировать людей. Лучше, чем любые из известных современных курсов, которые вы могли бы пройти. Спасибо, что смотрите канал. Всем удачного Нового года. Увидимся в тренажерном зале.